الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله إنه ما يطع الله ورسوله فقد رشد وما يعصهما فلا يضره إلا نفسه. Как раз вот в конце этих слов, всегда на всех проповедях, в начале пятничных во всем мире эти слова проговариваются, и там как раз говорится о том, что в самом конце, кто прислушивается к божественным наставлениям и к заключительному Божьему посланнику, тот идет по верному пути. Тот же, кто не прислушается, фаля ядурру илля нафсе, то навредит лишь самому себе. Такой важный момент, да? То есть, ни Всевышний Творец, да, ни Божьи посланники, ни каноны, ни постулаты от этого не пострадают. Религия от этого никак не пострадает. Если человек прислушивается к тем или иным божественным наставлениям, то себе же самому во благо. Конечно же, как он их интерпретирует, как это применяет, это уже его индивидуальный суд пред Всевышним в судный день. Но в любом случае, если правильно интерпретирует, то ему же во благо. Игнорирует ему же человеку во вред. Прежде чем процитировать то, что хотел сегодня из аята и два хадиса, в общем, так какие-то три момента такие важные, крупные, чтобы вас проинформировать. Во-первых, по комнатам омовения мы начали двигаться. Мы уже продумывали, как что будет располагаться из имеющихся помещений, чтобы уже на будущие годы, то есть с учетом количества вместимости нашего здания, с учетом молящихся, в общем, да, там оптимальный вариант мы продумали, и чуточку еще берем, если видели, там с улицы небольшое, и гараж тоже включаем в этот процесс. То есть все возможное включаем в комнату омовения. Нерабочими они не будут, мы так, иншалла, продумываем, что они всегда будут рабочими. Единственное, на каком-то этапе у женщин, так как у них в первую очередь сейчас и комнату омовения будем делать, а это будет гараж, и комнату омовения, и еще один зал. Вот на каком-то этапе, да, у женщин комнату омовения не будет, поэтому их и так немного. И если что, они могут, будем уже информировать, они будут пользоваться внутри здания и служебные. Две комнаты омовения, если что, ими. А так, пока что женщины там, в обычном режиме, и мы потихонечку двинулись. У мужчин тоже там будет много, там помещение увеличится у мужчин в итоге, количество рукомойников и всего. Там будут, конечно, какие-то неудобства в процессе, но шаг за шагом нам это не сделать. Дальше уже было терпеть некуда, потому что эти очереди. И поэтому этот процесс двинулся. За Божьей помощью, иншалла, будет шаг за шагом хорошо, потому что там и вопрос там труб, не труб, канализации, все этих бетонов, не бетонов, там много всего. Даст Бог, иншалла, Всевышний будет миловать, все хорошо сделать. Другой вопрос – отопление. Вы почувствовали, кто бывает каждый день, было холодно в здании. Буквально, по-моему, позавчера дали отопление. И вчера пришли наши вентиляционщики настраивать. У нас вентиляция работает за счет горячей воды, которую подает воздух, под которую подает город. И как раз вот отопление включили у нас позавчера. Вчера уже начали запускать вентиляцию. У нас один приток, сейчас заменяем вентилятор. Второй приток, так как еще вода не согрелась в системе, как я понял, он пока отключается от холодного воздуха. Но в любом случае, в течение нескольких дней, я думаю, иншалла, у нас эксплуатирующие компании есть, они все это нормализуют, и воздух уже будет нормальным во всем здании, и свежим, и теплым. Здание уже согрелось, потому что реально те, кто, мы целый день находились в последние дни в здании, вообще все, промораживаешься прямо там до мозга костей. Сейчас все уже, альхамдулиллях, шаг за шагом. И третий вопрос, достаточно для меня такой, я даже проповедь оговаривал по этому поводу, он психологически тоже на меня нелегкий был. И когда приехали специалисты от строительной компании, которые расширяют сейчас Минскую, вы видели уже там на Минской, уже убрали эти деревья и с этой, и с другой стороны. То есть активно сейчас вот эта бетонная дорога, которая за зданием, она двинется вперед. И вы видели, куда она двигается. То есть, по сути дела, она двигалась, и мне так и сказали летом. Вот эту лестницу, которая вдоль здания, прямо впритык к зданию,
лестницу разрушаем, перила тоже разрушаются, ворота главные разрушаются. И, короче, я говорю, а как там бензоколонка? Ну, бензоколонку прямо сразу и съедем. Я говорю, ладно. Я говорю, ну, уже за эти годы, за 16 лет, чего только не было, и чего только, какие только чиновники порой нам не писали, чего только. В итоге доходило до того, что, я даже один пример им привел с этим туннелем, да, один из высших чиновников, он в конце уже в бумагу написал, что дайте разрешение, то есть тут копать вот так прямо под землей, практически впритык здания. Мы как бы несколько лет переписывались, в итоге этот чиновник, хотя сколько лет он был один из первых чиновников в Москве, он его потом не стало. Ну, не то, чтобы мы чего-то этому поспособствовали, но в любом случае мы как бы ну, настолько молили Всевышнего, мы определенно как бы, как люди, мы не имеем каких-то особых сил, да. Но как верующий человек, как говорится же в хадисе, что лучшее оружие верующего человека – это его молитва, обращенность ко Всевышнему. И поэтому, ну, милость Всевышнего. На нас вышли напрямую те, кто руководители этой стройки. Милость Всевышнего, на прошлой неделе они приехали. Милость Всевышнего, они принесли все чертежи итоговые. Метро, потому что меня тоже напугали тогда летом, что метро будет прямо, где у нас въездные ворота, будет выход из метро. Я говорю, да что же будет здесь твориться? И там на чертежах на самом деле оно есть. Его не утвердили, милость Всевышнего. А метро будет там, где железная дорога внизу. Этот мост, под железной дорогой мы проезжаем же, где внизу в самом. Вот там будет выход из метро. В общем-то, для нас удобно. И как бы немножко отдаленно, 500 метров, там 400 метров, и в то же время метро рядом есть. Это метро откроют через 2 года. Сейчас Минскую вот здесь вот закрывают, вот этот участок закрывают для строительства метро на 2 года. И делают временную, возможно, она станет постоянной дорогой. Временно, прямо к нам приближается дорога, вот та бетонка продолжается. И с той стороны временку. Но эти временки наверняка останутся, потому что будет дублер Кутузского, здесь огромная развязка, мы тоже сейчас... Наш юрист префектуры, я надеюсь, будет ездить, все это будет отслеживать. То есть эту развязку тоже сейчас идут общественные как бы, слушания по поводу этой развязки. И наверняка для развязки задействуют вот эти вот дублеры. Милостью Всевышнего приехали люди, которые решают, первые люди в этом процессе. Очень положительно ко всему отнеслись. Они сказали, хорошо, мы не будем разрушать вашу лестницу, и перила, и ворота, мы сдвинемся. То есть реально там, по сути дела, двигаться было некуда, потому что полноценная дорога здесь идет, дублер. Они сказали, мы подвинемся, и вот сегодня, я надеюсь, Всевышний будет миловать, мы как раз в 5 часов от меня зависящие все бумаги подпишу, что от меня требуется, и надеюсь, они тоже все благородно сделают, и поэтому они нас, вот вы видели, там такая полоски такие сделали, то есть они нас объезжают. То есть, по сути дела, ничего у нас разрушать не будут, конечно, на нашу территорию, по нашей территории пройдут, но это уже потом будет отмежевание и так далее, с городом будем переписываться, что город нам где-то другой, с другой стороны какой-то кусочек выделил, но будем надеяться, опять же, на милость Всевышнего постепенно в этих переписках. Так что вот такие вот шаг за шагом, простые и непростые вопросы, но в любом случае. «Мен таваккаля на Аллахи, фахуа хасбух», да, известные слова, то, что и в Коране об этом говорится, и вообще часть культуры мусульманской. Это кто полагается на Всевышнего, тому его достаточно. То есть, поэтому вот нюанс единственный всегда для верующего человека – сложность в чем? Понять, что от тебя зависит, а в чем уже в оставшемся тебе следует полагаться на Всевышнего, то есть не нервничать. Да? И вот этот, конечно, вопрос – сделать от себя все от себя зависящее. Сура Аль-Имран – это 3-я сура Священного Корана, 97-й ее аят. «Валиллахи аля-наси хаджу-л-бейти ман истата'а илейхи сабиля, ва ман кафара фа инна Аллаха ганийюн анил-аламин». То есть «аля-нас» – как обязанность на людях, лиллах, то есть пред Всевышним, обязанность, возложенная на людей вообще, пред Всевышним Творцом, совершение хаджа к Каабе, да, паломничество Каабе. Манистата илейхи самили. Это прямо в аяте говорится. Для тех, кто в состоянии это сделать. Но основное всегда во все времена ученые говорили, манистата илейхи самили, здесь имеется в виду аззад урахиля. Ну, разные мнения, мне немного проговаривалось в комментарии, но основной аззад урахиля, то есть материальная составляющая человека.
Если у человека материальный достаток есть, пусть он даже уже, например, пожилой и немощный, но у него есть материальный достаток, либо у его детей есть материальный достаток, в этом случае он договаривается с тем, кто уже совершил от своего личного имени, от себя лично хадж совершил, и он может совершить от имени этого уже физически немощного человека на его деньги, ну, либо те деньги, которые ему дали дети, да, его родные. Но если человек в состоянии, у него есть материальный достаток, то в этом случае его обязанность пред Всевышним прямо в аяте идет «Валилляхи алян наси хаджил бейт». То есть обязанность людей пред своим Творцом совершение хаджа в Мекку, да, к Каабе, для тех, кто в состоянии это сделать. «Мэн истата илейхи сабилин». Для тех, кто в состоянии это сделать. «Сабилин» как бы путем. Кто в состоянии туда отправиться. Но основное, говорят, именно материальный достаток подразумевается. Кто же отрицает это, да, то есть ну, посчитает это положение никчемным, я не знаю, там, ненужным, проигнорирует это положение, то, как очень часто в Коране говорится, поистине Всевышний Творец, он гани аниль алямин. Он не нуждается ни в одном из миров. То есть можно сказать, Всевышнему там нужен целый мир ангелов. Абсолютно. Он в них, во всем этом мире ангелов не нуждается. В мире джиннов не нуждается. В мире людей абсолютно не нуждается. Ганиюн аниль аламин. Во всех отношениях он абсолютно творец, Господь миров. Абсолютно ни в ком, никак не нуждается. И даже если кто-то проигнорирует данное положение, то только себе во вред. Абсолютно это никак не тронет честь, я не знаю, там, никак не навредит Господу миров. Абсолютно. Ганиюн аниль алямин. В этом контексте самый известный хадис от Ибн Умара, заключительный Божий посланник, сказал: قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت один из قراءاتов حج البيت من استطاع إليه سبيلا. В данном случае в этом хадисе не упоминается, в аяте упоминается. وصوم رمضان. То есть заключительно Божий посланник сказал, известный хадис, ну, наверное, возможно, в детстве это был один из ваших первых хадисов. У меня даже так переносится, память переносит в советский период. Один из первых этот хадис как раз у меня был. Я помню его как раз и по-арабски, мне так его красиво написали. Я его писал и учил его уже, там, не знаю, примерно 27 или сколько-то лет назад. Этот хадис, он всегда вот в значительной степени с него многое начинается в жизни верующего. Почему? Потому что в нем упоминается 5 столпов проявления покорности, то есть 5 важнейших положений проявления покорности человека пред своим Творцом. Первое – «Шахадати алля илляхи илля ванна Мухаммадан Расулулла». Свидетельство, то есть человек проговаривает своими устами, подтверждая единственность Творца и истинность миссии заключительного Божьего посланника. Да? То есть Божьих пророков и посланников было много. В одном из хадисов говорится, там более 100 тысяч упоминается цифра. То есть в любом случае много, и нет какой-то необходимости всех их заучивать. Одним с точки зрения веры и с точки зрения в данном случае религиозной практики, проговаривание, важным аспектом проговаривания является подтверждение миссии заключительного Божьего посланника. И тем самым и всех, все пророки и посланники, один из столпов веры мусульманина, подтверждение того, что да, он верит, что во всех истинной смеси всех Божьих посланников за всю историю человечества. Но с точки зрения проявления покорности, человек, как один из 5 столпов ислама, проявление покорности Всевышнему, человек проговаривает, сам процесс проговаривания. «Ашхаду алля илляха илляллах, ва ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах». Человек понимает смысл этих слов, и вот эта формула, она обычно, какой бы человек национальности ни был, сколько бы он знал бы, не знал бы там арабский язык и 5-10, абсолютно не важно. Эти слова любой маломальски верующий человек, мусульманин, знает. Это как бы часть его жизни, часть его вообще мировоззрения, да? Как слова. И в том числе их смысл. Второе проговариваемое в хадисе среди 5
важнейших положений религиозной практики верующего человека – выстаивание молитвы. Это большая тема, много об этом в свое время говорили. Выстаивание молитвы, умение выстраивать все это правильно, знать, в каких ситуациях там возможность объединения, возможность минимума в фарзовой части там, омовения, еще что-то. То есть все эти нюансы нужно разочек все это прочитать, понять для себя и вписать это в свой каждодневный режим. И не делать из этого проблему. Это должно помогать верующему жить, а не затруднять жизнь. Но для этого необходимо просто прочитать для себя и уяснить какие-то нюансы и облегчения. И границы вообще, что к чему. Второе – это совершение молитвы. И тайу закят, третье – выплачивание закята. Тоже об этом не расслышали. Эта тема отдельная. И как очень часто бывает, человек получает пенсию, говорит, вот мне нужно с пенсии 2,5%. Или я купил машину, мне нужно с машины 2,5%. Абсолютно нет. Это всегда проговаривалось и проговаривается, и все масхабы на этот счет единодушны, все ученые. Это те финансы, не то, что человек заработал, а то, что человек откладывает. И когда это доходит до уровня нисаба, на сегодняшний день, по-моему, примерно 100 тысяч рублей, вот они отложились. С этого момента человек, они просто, я не знаю, там где-то в банке ли они, там, я не знаю, в стеклянной ли, да, в каком месте. То есть они отложились. Они оборачиваются в каком-то бизнесе, да, доходном. То есть в любом случае он хоть чуть-чуть, но в плюсе. Они отложились, эти 100 и больше тысяч рублей. Они отложились, и вот как только они отложились, человек на бумажке себе пишет в своих личных бумажках, что такое-то число, там, я знаю, 27 сентября 2013 года. Все. И об этом забыл на год. Через год смотрит, сколько в его обороте или отложенные деньги. Сколько? 200 тысяч, миллион, 10 миллионов. Неважно. С этой суммы, которая у него есть, он уплачивает 2,5%. Откладывает их в отдельный конверт и смотрит, есть какие-то благотворительные организации, есть малоимущие нуждающиеся, есть сироты, есть инвалиды, есть пенсионеры и так далее. Человек просто потихонечку-тихонечку из этого конверта отложенного. То есть процесс, по сути дела, раз в году некий подводимый итог. Тоже важное положение в религиозной практике. Далее идет «вахиджуль бейт» – совершение паломничества. Как раз многие, те, кто собираются, они уже и документы, я думаю, сдали, уже, возможно, и визы получили, да? То сейчас уже как раз в октябре совершение паломничества, это постоянно сдвигается там, с учетом разницы между лунным и солнечным календарем, в разные времена года бывает. Человек хотя бы раз в жизни, как раз здесь дальше идет, хотя бы раз в жизни совершает хадж. Это важное положение. Васам и Рамадан и соблюдение поста в месяц Рамадан. Вот 5 вещей. Проговаривание, молитва, закят, хадж, пост. Основополагающие вещи. И еще один очень важный хадис Хатабана Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Абу Хурайра говорит, однажды заключительный Божий посланник обратился с проповедью. Факаля айюханнас, кад фарада Аллаху алейкум аль-хаджа фахуджу. О люди, Всевышний определил для вас как фарда, как обязательное положение совершения паломничества. Фахуджу, совершайте же паломничество. Все, коротко, ясно. Факаля раджулун, человек спросил, а кулля амин я расулула, каждый год о посланник Всевышний. Фасакет, пророк промолчал. Хатта каляха таляф, человек повторил это трижды. А кулля амин я расулула, каждый год пророк промолчал. Тот опять, каждый год, ну, в смысле, нужно совершать хадж. Факаля расулула, саллаллаху алейхи вассалям, ляу культу наам ля ваджиб. И если бы я сказал «да», то это стало бы обязательным для вас. Но вы бы не в состоянии были бы это выполнять. И затем добавил, как наставление. Вообще правильное выстраивание речи и вообще как бы некого такого в диалога и вообще как правильно нужно уметь слышать и слушать. Да? Дальше добавил пророк, алейхиссалам, «Федеруни ма тарактукум». Оставьте то, что я вам оставил. То есть вот у вас есть, вот вам было сказано, что хадж. Это подразумевает в любом случае по тексту, что один раз, когда так проговаривается, подразумевает один раз.
То есть вот вам сказано, не надо усложнять все это. Вот так, вот сяк, еще что-то. Метаракту. Я вам оставил это, вот его возьмите. И дарони метарактуком. То есть как бы оставьте вот то, что определено. Фаинага галяка мэн кана кабляком би кэфрати суалихи. Поистине погибли тех, кто были до вас, то есть погубило тех, кто был до вас, то, что они много спрашивали. Одно, другое, третье. То есть люди порой на самом деле такое впечатление, что вся жизнь – это какие-то постоянные вопросы. Нет, чтобы применять, они постоянно, а вот это как известная история сурат аль-Бахара. Не зря сурат аль-Бахара называется сурат аль-Бахара, да? Там же самая главная история – это по поводу коровы. А какая такая, а какая сякая, а какая еще что-то, а какой цвет, а какой там вес, и какой, и какая. То есть было сказано всего лишь «корову зарежьте» и все. Они же начали усложнять процесс. Это долгая история, как раз сурат аль-Бахара это объясняется. Так вот, это кэсрату суаль погубил немалое количество тех, кто был до вас. Вахтиляфихим аля анбияихим. И то также погубило людей то, что они начали делать не то, что им велели их пророки и посланники. Да, то есть люди начинают усложнять. Файда амартукум бишей фатуминуху мастатату. Вот это известные слова, которые я часто проговариваю, в том числе, когда тафсир писал, перевод смысла Священного Корана, вот этот момент как раз я часто прописывал в контексте комментария к аятам. Вот как раз здесь, это тоже достоверный хадис, как и прошлый, известный хадис. И вот здесь как раз очень важный момент. Пророк алейхиссалям сказал, «Фаида амартукум бишей фатуминуху мастатату». Если вам велено что-то сделать, то делайте настолько, насколько вы это можете. То есть не усложняйте процесс. А в других хадисах, и в аяте в том числе, «Маджа'аля алейкум фиддини мин харадж». То есть Всевышний не сделал для вас какую-то проблему из религии. Он через религиозные какие-то положения, они не для того, чтобы усложнить вашу жизнь. Да, то есть своими вопросами, уточнениями не усложняйте. «Ида амар токум бишей фэту мингу мастататум». «Если я вам что-то повелеваю, — говорит пророк, — то делайте из этого мастататум, то, что вы в состоянии сделать». «Вайда нагайтукум аншей фэдау». «А если я вам что-то запретил, — то просто оставьте это». Вот запрещено спиртное, все, надо оставить это. Запрещено прелюбодеяние, нужно оставить это. Запрещена ложь, оставить это. Запрещено там сквернословие, оставить это. Запрещено там еще что-то. То есть вот есть вещи, которые я... Все, их с ними не получится, насколько можешь. Нужно просто их запретные вещи просто не делать, и все. А то, что нужно... повелевается сделать, да, то мастатату. Обязательно какие-то вещи необходимые, которым призывал пророк, насколько вы можете делать. Но плохое, от чего он предостерегал, это просто игнорируйте, избегайте и все. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله إنه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه. Я упомянул о хаджи в контексте предстоящего Зуль-Хиджа и дней совершения хаджи и так далее. Но не спрашивайте у меня про хадж в контексте выполнения. То есть в нашей мечети мы этим
процессом не занимаемся. Есть туристические компании, они занимаются, но очень часто люди бывают, ну, периодически люди бывают недовольны. И там, конечно, как некоторые говорят, такое своеобразное испытание. Мы с вами даже цитировали, если помните, по-моему, на днях по поводу хаджи некоторые аяты, что ну, ссориться, спорить, оскорблять во время хаджи нельзя. И порой людям обещается одно, а в хаджи оказывается совсем другое. Да? Человеку сказали, там номер на двоих оказывается на 12 человек. Да? Ну, случайно перепутали. Потом 300 метров от Кабы, оказывается, 3 километра. Да? То есть люди, конечно, у людей прямо все рвется, разрывается. Но это сложный вопрос. Надо советоваться с людьми, которые уже были в хаджи, которые знают какие-то компании, да, то есть поэтому мы, в нашей мечети никто хаджем не занимается, никакая компания к нам не привязана, мы этим вопросом не занимаемся. Но раз в жизни – это важный момент, и он всего раз в жизни. Поэтому подготовительно лучше к этому подойти не с бухты-барахты. يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكِرِيمِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبَ إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وأن يؤتى ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي اذكروا الله ذكرا كثيرا اذكركم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر لو كنتم تعلمون وأقيموا الصلاة